28 октября в Казанском федеральном университете состоялась встреча с представителями Paris Tech, одного из ведущих высших учебных заведений Франции в области науки и техники. В рамках визита стороны обсудили взаимодействие КФУ и Парижского института в области научных исследований и работы со стартапами, а также наметили перспективы сотрудничества в разработке совместных программ двойных дипломов между вузами. Гости активно поддержали позицию проректора по внешним связям и то, что любой научный центр не может существовать без международного обмена как студентами, так и профессорами. Поскольку методы и подходы к проведению научной и образовательной работы в разных точках мира отличаются, и умение их применять очень полезно для развития. Стоит отметить, что Paris Tech особенно заинтересован в создании совместных программ двойных дипломов с вузами по всему миру. Это наверняка позволит студентам Казанского федерального не только получить многогранные знания, но и быть осведомленными о предложениях в работе в будущем. Адель Шамилова, Руслан Уразаев, Универньюз.